Я могу здесь делать просто все, что захочу. Когда кто-то оплатил ваше путешествие. Добро пожаловать на MTV Crib. Опыт полета первым классом в авиакомпании Emirates. Поехали! О мой бог. Мне так кайфово. Только что мне забацали массаж. Ощущения потрясающие. А сейчас я оденусь и приготовлюсь к полету. Спасибо. Вам сюда. Садимся в самолет. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Да, осторожней. Привет. Спасибо. Подождите, ваше место здесь. О, спасибо, хорошо. Привет, ребята. Из Дубая в Нью-Йорк, аэропорт Ньюарк. Что ж, это вот ваш чаечек здесь. Хорошо. Вот ваша кружечка. Спасибо большое. Я получил свой чай. Вот стюардесска его принесла. Это ромашковый чай, я пил его вот с такими вкусняшками. Сейчас прям раннее утро, поэтому я одену пижамку и лягу поспать. Возьму свой чаёк. Эта кровать такая удобная, жду не дождусь, пока усну. Увидимся утром. Доброе утро! О мой бог! Так круто! Я без понятия, сколько времени. Я просто выпал. Я знаю, я в полном ауте. Ребята, гляньте на этот офигенный закат. Прекрасно. Где там солнце? Сколько время вообще? Мои родители всегда говорили, что невежливо нажимать на такие кнопки, как вот эта кнопка, которой можно вызвать обслуживание. Но те дамочки настояли, чтобы я использовал эту кнопочку, так что я собираюсь нажать на нее, чтобы они смогли принести мне завтрак. Что ж, пришло время побаловать себя и выбрать что-нибудь самое лучшее. Вообще, они сказали, что я могу пообедать в любое время дня. Когда захочу. О, окей. Свежевыжатый сачок. Окей, я возьму... Я выбрал, что возьму. Я взял... йогурт. Вот такой вот мед. Бананово-ванильный смузи. И апельсиновый сок. Потом я закажу яичницу-болтунью с грибочками. И это типа будет очень круто. Было бы очень неплохо заказать яйца Бенедикт. Я очень хочу попробовать. Вкусно. А теперь я запью это бананово-ванильным смузи. Офигенно. Апельсиновый сок. Нормальный. Я не так сильно его люблю. Теперь мы дождемся яичницу и яйца Бенедикт. Я еще вернусь. О мой бог, выглядит так круто! Я точно не знал, что хотел, выбирал между яичницей и яйцами Бенедикт, в итоге взял и то, и другое. Будем пировать! Окей. Заканчиваем завтраком, попозже я закажу себе обед. Теперь давайте осмотрим эту маленькую комнатку. Я могу здесь вытянуть ноги. Идем вот сюда, просто ложимся и вытягиваем ноги. Как вы можете видеть, этой комнаты достаточно, чтобы сделать отжимания. Я могу тут делать прыжки звездочкой, растяжку. Что ж, как вы видите, здесь можно проявлять очень много разных активностей. А тут у нас лежат мои красивые кроссовочки. Оу. Да, я просто решил тут поправить. Сюда подошла стюардесса. О мой бог, это просто капец. У меня есть здесь миллион подушек и одеял. Все, о чем вы могли бы подумать. Вот здесь есть зеркало, три окошка здесь. Этой кнопочкой можно ими всеми управлять и зашторивать.
Да, это круто. Только взгляните, у них снизу есть камеры. Это так круто! А здесь у нас огромный телевизор. А это огромный задвигающийся бар. Только посмотрите. О мой бог! Это так круто! Место для всяких принадлежностей. Тоник для лица. Крем для глаз. Салфетки. Спрей для подушки. О, я его не использовал. Спрей для подушки. Да. Пахнет, в общем, цветами. Но это очень-очень сильный запах. Прям сильный. Это у нас тоник для лица. Он в виде спрея, поэтому я могу... Вот так. Привет. Я тут пробую все, что можно попробовать. Окей, ребята. Что ж, у нас тут еще есть вот такая вот сумочка со всякими причиндалами. Бувал Гэри, Гэвивил Бури. Я не знаю, что с этим делать. У-у-у, бритва. Ладно. А это что такое? Хорошая расческа. Оу, это для меня. Типа Акс. Я не буду им пользоваться. Лосьон для тела. Куда мне это деть? Попробуем размазать. О мой бог. О мой бог. Ладно, вот здесь вроде салфетка есть. Вот так вот. Освежающая салфетка. О, мои руки склизкие. Что ж, я думаю, мы закончили с этими продуктами. Не знаю, как мне их использовать, так что теперь время обедать. Я закажу икру, потому что, ну знаете, здесь вы обязаны попробовать икру. Такую икру я по-любому никогда не пробовал. Что ж, знаете, на самом деле не знаю, как это есть. Я думаю, что я просто начну с вот этого или с вот этого. О, боже, как жижа. Фу. Пахнет как... Я не знаю, не знаю, чем пахнет. Ладно, положу немножко на лавашек, это типа такой хлеб. Поехали. О мой бог. О мой бог. На вкус, как будто я ем океан, блин. Знаете, как будто я спустился на дно океана и жру водоросли оттуда. О мой бог, это просто ужасно. Вот это? Ни за что. В общем, да. Знаете, я думаю, проблема в том, что... Я думаю, что люди, которые постоянно летают такими авиалиниями, уже прокачанные. И я не думаю, что я дошел до такого уровня... прокачанности, чтобы жрать эту икру. Вот и все. И напоследок я сменил немного курс и заказал красивую курочку с горошком, картошечкой и морковкой. Оу, я так обожрался. У меня ощущение, что я вообще больше на еду смотреть не смогу. Я просто уже столько всего съел туда и сюда. Закуски, десерты, сыры, напитки. Оу, но я еще заказал сырок. Это сыр, и это сыр. Я не знаю, как они называются. Посадка. Окей, ребята, это был самый удивительный полет в моей жизни. Лучшая еда, которую я когда-либо ел. Я так хорошо спал. Я смог сделать зарядку, домашку. Это прямо как квартира. Я еще не знаю, вернусь ли я сюда когда-нибудь еще. Но это одна из самых кульных вещей. Вау. Я не хочу уходить. Когда вы оплачиваете свое путешествие. Возвращение к нормальной жизни.
Вот так. Теперь вы знаете, как выглядят шикарные авиаперелеты. А за поддержку в выходе этого ролика я хочу поблагодарить подписчика под ником Кирнел. Он оформил максимально возможную подписку на мою спонсорку и предложил этот ролик. Спасибо за поддержку. А если у вас есть свои предложения по новым роликам или переводам, и вы хотите поддержать канал в развитии, что сейчас очень важно, то ставить свои предложения вы можете в моем паблике в специальном сборе под закрепом, либо через Donut Alerts. Все ссылки в описании.